В группе «Утята» 21-го детского сада сегодня переполох. Девочки в праздничных платьях играют с воздушными шарами. Мальчики тоже не скучают. Мамы стоят в сторонке, плохо скрывая волнение, и наблюдают за происходящим. Никто не ругается за шум, ведь сегодняшний день особенный. День прощания с детским садом, ставшим для этих ребят вторым домом. Ощущение, что только вот она только вчера родилась, и уже пролетело 5 лет детского сада. Жаль. Ребята выросли, ребята повзрослели. Очень много труда было в них, в каждого вложено. Каждый любим по-своему, каждый обожаем, каждый индивидуален. 5 лет назад эти ребята пришли в детский сад совсем малышами. Они научились лепить, рисовать и, самое главное, дружить. И во многом это заслуга Людмилы Владимировны. Родители ее считают строгой воспитательницей, а дети не устают признаваться в любви. Спасибо, солнце мое. Спасибо. На выпускном в 21-м детском саду состоялась премьера кинофильма, который снимали в течение 5 лет. Его главные герои – вчерашние детсадовцы. Прощайте, милые мои игрушки, очень-очень вас люблю. До свидания, дорогие, в школу я теперь иду. Загрузили наши куклы, загрузили миски. Нам теперь нужны тетради, ручки, книжки. Мы сейчас последний раз пригласим на танец вас. Для родителей этот день и радостный, и волнительный одновременно. Совсем скоро в их домах появятся тетрадки, ручки и учебники. Выпускники детского сада перешагнут школьный порог. Начнется новая жизнь. Ребята, а вам хочется из детского садика уходить? Пойдем. Ну, кому уроки учить и гулять не пойдем? Ну, пойдем, если вот, если успеем. Конечно, ребятам грустно расставаться с любимым детским садом и друзьями, но они смотрят в будущее с оптимизмом. Кто-то уже выбрал школьный предмет для углубленного изучения, а кто-то даже с профессией определился. В школу пойду. Ты хочешь в школу? Да. А что ты там будешь делать? Заниматься уроками. А чем тебе больше всего нравится заниматься? Каким уроком? Математикой. А когда вырастешь, кем хочешь стать? Циркачом. Циркачом? А почему циркачом? Мне нравится эта профессия. Она веселая. Лето пролетит незаметно, и вчерашние детсадовцы сядут за школьные парты, где их ждут новые знания и новые друзья. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».